Коли почнеться контрнаступ, якого ми всі очікуємо, все це залежить від політичного, дипломатичного і економічного, звісно, фронтів. Долучаємо до ефіру Михайла Крутіхіна, економічного аналітика, фахівця із нафтогазового ринку. Михайло, здравствуйте. Добрый день. Михаил, вот лед Куенку вот это вот обсудить хочется, там, где вот два шага вперед и один шаг назад, шаг вперед наоборот, да, как поется в этой песне. Россия и Турция, оказывается, последние несколько недель очень активно обсуждают перемещение российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию, да, чтобы обойти санкции, которые сейчас на них. Это турецкая пресса сообщает, вот дает цифру, 43 российские компании, включительно с «Газпромом», перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. И этот процесс начинается уже в июле. Перед визитом Лаврова в Турцию, оказывается, там была целая российская делегация, которая обсуждали условия вот этого процесса, в том числе там и некоторые авиакомпании России собираются тоже переехать в Стамбул, чтобы обойти санкции, которые им запрещают лизинг, ремонт и обслуживание самолетов. Но вот мы так не выиграем войну. Вот что вы скажете вот по вот этому поводу? То у меня такое впечатление, что если уж санкции, так санкции против самих компаний, а дочки, которые будут открываться на территории Турции, можно их открывать в Иране, можно открывать по всему миру, Сингапур, Гонконг и так далее. Вот насчет Турции, я думаю, что здесь открывать их опасно, потому что европейцы и американцы, их обмануть будет очень трудно. И, судя по всему, санкции должны будут коснуться и дочерних компаний российских, подсанкционных корпораций, которые будут там открываться. Я с сомнением отношусь к такой инициативе. Скорее всего, российская сторона здесь проиграет. А как вы относитесь к турецким телодвижениям? Вот одной рукой, да, правая рука не знает, что делает левая, либо крестик, либо трусы, вот одно из двух. Нет, у турков очень прагматичная была всегда позиция, и поэтому они играли, на два фронта. Они могли вы посмотрите по военной, с военной точки зрения, турки, с одной стороны, собрались покупать системы вооружения у России, а с другой стороны, у Соединенных Штатов Америки. И когда те сказали, нет, пока вы там с российскими системами связываетесь, мы вам не дадим такие-то вот истребители. Но попытки Турции играть на два фронта с прагматичной точки зрения, они продолжаются и будут продолжаться. Ну так, просто даже вот ситуация с нашим украинским зерном, которое крадут из наших портов, из Мариуполя в частности, которое крадут из Херсонской области, и потом это зерно грузят на российские корабли, которые вывозят в Турцию, и Турция как бы даже не против это зерно, ну если не покупать, по крайней мере, то быть посредником, как к этому относиться? Как так и относиться к участию Турции в ограблении Украины. Вот так оно и есть. Это совершенно плохо прикрытое участие, но тем не менее тут клейма некуда ставить. То есть вы считаете, что Турцию можно, в общем-то, обвинить в том, что она является соучастником грабежа? Ну, конечно. Другое дело, что очень трудно будет привлечь ее юридически к ответственности, но с точки зрения моральной, с точки зрения имиджа Турции мирового, то это никакого сомнения здесь нет. А мы же с вами прекрасно понимаем, что Турция всегда играла свою какую-то такую политику и, безусловно, и военную, потому что сейчас, например, ситуация со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО упирается в желание Турции каким-то образом решить свои старые проблемы с курдами. Так вот, если мы говорим об экономическом взаимодействии, в данном случае Турция может отойти от России, отказаться от нее, для этого необходимо, чтобы Россия начала валиться? Я не думаю, что так это произойдет. Я думаю, что Турция по-прежнему будет играть на два фронта, разыгрывать каждый раз свою карту прагматическую. Мы в России очень большой опыт накоплен отношений с турками, потому что вспоминается, как был так называемый «голубой поток» в свое время построен. Турки наобещали, что они будут
платить какие-то бешеные деньги, обеспечивать его заказами на импорт газа и так далее. Когда был построен, выкрутили «Газпрому» руки и сказали: извините, и цены будут другие, и объемы будут другие. Так что мы тут расписываемся в том, что не будем выполнять свои обещания. Но нельзя с Турцией сотрудничать так и верить ей вперед, что она там окажется... ну, как бы честным партнером в деловых отношениях. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24».